Привет, дорогие друзья! Сегодня для вас я приготовлю очень вкусное печенье из творога. Нам понадобится 300 грамм творога, 100 грамм сливочного масла. В первую очередь мы перетрем сливочное масло с творогом. А творог должен быть сухим, как можно более обезжиренным, для того, чтобы он не отдавал влагу. Масло сливочное должно быть комнатной температуры. Теперь мы в творог добавим несколько грамм ванилина. Не ванильного сахара, а именно ванилина. Разрыхлитель. Одну чайную ложку. Корицы. Корицы добавляйте на свой вкус. Так как я люблю корицу, добавлю несколько грамм. Далее мы в просеянную муку добавляем наше тесто. Добавляем муки, пока не все количество. 300 грамм нам должно хватить для полного замешивания теста, так чтобы оно не прилипало к рукам. Остальную муку подсыпаем в тесто и тщательно его вымешиваем. Спустя 10 минут после того, как мы хорошо и тщательно выпеншили тесто становится более рыхлым, эластичным, легко поддающимся форме. Отправляем в пленку и в холодильник на 30 минут. Достав через полчаса, мы раскатываем тесто толщиной примерно 0,5 сантиметра. Берем такую формочку или рюмочку, как вам удобно. И вырезаем вот такими колечками. Наша задача дальше взять одно колечко, взять сахар, обмакнуть с двух сторон. Завернуть вот таким вот образом и отправить на застеленную пергаментом противень. Духовку разогреваем до 200 градусов. Запекаем при температуре 200 градусов 20 минут. Ну что ж, печенюшки готовы. Спустя 22 минуты по температуре 200 градусов в духовке они приготовились. Вот такие они румяные получились. И внутри готовы. Они еще чуть-чуть постоят, отдохнет тесто. И оно будет готово к потреблению. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока!